Парламент Украины во вторник не смог отправить в отставку премьер-министра страны Арсения Яценюка. Голосование должно было состояться сегодня. На этом настаивал президент Порошенко. Он даже угрожал назначить досрочные выборы, если Верховная Рада не проголосует до 18:00. Однако волевого решения законодатели принять не смогли. По словам депутатов украинского парламента, проблема заключается в кадровых вопросах и структуре правительства. Законодателям не удается согласовать с главным кандидатом на пост премьера Владимиром Гройсманом имена будущих министров экономики, энергетики и культуры. По предварительным данным, консенсус по составу кабинета министров будет достигнут до конца недели, а значит и вопрос с премьером будет решен. Если же договориться не удастся, то Петр Порошенко будет вынужден назначить досрочные выборы в Верховную Раду. Что же касается нынешнего главы правительства Арсения Яценюка, то он собирается продолжать работу, пока не будет выбран его преемник. В телефонном разговоре с вице-президентом США Джозефом Байденом Яценюк пообещал обеспечить плавный переход власти, о чем накануне вечером сообщил Белый дом.